Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, с вами на Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы делали части для покеболов. И вот я вот... Нет! Охренеть! Ну, сейчас там у нас шайни покемон. Он в земле или вот, вот он? Нет, он все-таки, я думаю, в земле. Ах, ну вот это вообще охренеть сейчас было. В лаву упал, пол сердечка осталось. Да где ты? Зухних! Ух, ребята! Мастербол, твою ж мать. Я уже от него никак не убегу. А нет, убежал. Сейчас. Давайте. И обратно кидаем. Ух, отлично. Вот сейчас мы как раз попытаемся его словить. Офигеть, вот этого шайни покемона у нас еще нету. Я сразу такой увидел, что там шайни покемон. Сразу такой, ух. Так, давайте вот любыми покеболами. Сейчас мы его словим. Ну, с лавой вообще охренено было. Я еще успел телепортнуться в воду и... Кафут. Ладно. Ух, отлично, словили мы его. Словили. Так, ну, если мы уже вот тут в шахте, то, в принципе, ребята, сейчас мы посмотрим, вдруг тут что-то да и будет. Так, какая-то высота. Может, да и будет что-то. Может. Если мы, конечно, уже тут не были. Потому что фиг его знает. Или были. Да тут не знаю. Ладно. Я думаю, что были. Хотя... Были мы тут. Ладно, ребята, идем мы домой. Офигенно, словили мы еще одного шайни покемона. Ну, пока что я не буду его показывать. Потом мы его, ребята, прокачаем. Ух, сколько там покеболов вот этих. Сейчас мы поскладываем все это. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Отлично. Поскладывали. И идем мы дальше делать себе ультраболы, ребята. Так, сколько нам еще штук нужно? Нам еще нужно... Еще одну штуку нужно будет. Еще одну. И мы себе, ребята, сделаем стак ультраболов. Действительно, ребят, в этой части мы будем делать только ультраболы. Так что я извиняюсь, если мы никого не будем ловить или еще что-то. Ну, в принципе, мы уже словили одного шайни покемона. И вот сейчас мы будем продолжать делать себе... Ультраболы, да? Сделаем себе просто большое количество, ребята, и пойдем ловить покемонов. Всех. Так, ну давайте сделаем. Сейчас сделаем ровно стак. Или сколько там у нас получится. Вот так. А остальное на потом оставим. Все, стак. Верхней части у нас есть. И сейчас, ребята, мы будем делать. Сколько там еще нужно? Еще пойдемте возьмем железо себе. Железо у нас сейчас. А, в принципе. Так. И... Так, кто там? Ага. И пойдем и делать сейчас нижние части для ультраболов. Вот так. Ну что ж, давайте делаем. Сделаем себе большое количество ультраболов. И будет... Будем ловить всех, да. Ну вот сейчас вот это... Конечно, вот этот весь так... Будет, не знаю, долго или недолго делаться. Пару минут. Хотя фиг его знает сколько. Сейчас мы посмотрим. Постараемся быстренько все это вот сделать.
Камень у нас есть, да, чтобы... А, чтобы кнопки сделать. Или, в принципе, я думаю... Ну, сейчас, давайте еще хотя бы парочку штук сделаем. И, наверное, все-таки уже в следующем эпизоде сделаем себе... Ультраболы, да. А в этом можно еще будет пойти прокачать покемонов. Давайте еще. Так. Сколько тут штук вот этих всех. Все, ребята, давайте все-таки в следующем эпизоде сделаем себе ультраболы. А сейчас пойдем прокачивать покемонов. Чтобы не делать все в одном эпизоде, я так думаю. Так, там у нас есть кто-то, но он в земле. Там еще один покемон, босс. Ладно, если сейчас мы как-то вот туда успеем до него прокопаться. Вот он, отлично, сам напал. Так. Так, и вот там у нас вот еще один. В земле. Ладно. Если он, конечно, еще там. Сейчас прокопаемся мы туда. Ну. Я не знаю, там ли он или нет. Ну, да, во-во-во-во-во-во-во, но я что-то его не вижу. Или он уже... Да, он уже... Ух, твою ж мать! Ладно, идем мы опять вот сюда. Нет, но сейчас... Так. Так, 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 так. Есть тут кто-то? Вот тебя можно. И вот сюда. Тебя. Ну. Так, кто тут у нас еще есть? Так, 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 так. Анори 29 уровень уже, в принципе, нормально. Вот, 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 вот. Тебя еще можно. Ладно, пока что пускай. Вот так. Так, где там у нас еще кто-то есть? Вот. Вот там у нас покемон-босс, если сейчас мы успеем его убить. И, уже пропал. Да, ух ты, капут. А, нет, 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 он там. Да, он, да, в бою. Ладно, и опять, где ты? Где-то вот он, вот тут. Сейчас мы прокопаемся туда. Так, тут. Нет. Ладно, дальше. Да не ты. Есть еще кто-то? Тоже нету. Да ну нафиг, ты что, еще где-то... А... Чё за хрень? Ты чё... Ух, ни хрен... А, ну он как-то в стене застрял. Фиг его знает. Так, отлично. Лайрон, он, не знаю, оденем мы все-таки лучше экспеши... Фиг его знает, ладно. Пока что будем его вот так качать.
ты в бою, как я понял. Вы тоже... Ах. Есть еще кто-то? Чё-то я никого не вижу. Давайте пойдем и в джунгли. Может, тут кто-то дай будет. Никого. Тоже. Вот, там есть кто-то. В земле? Или он уже пропал? Нет, вот, где-то вот там. Давайте, прокопаемся туда. Ну. Он еще там. Да, вроде вот там. Да, ну капут. Чё-то я так уже понял, что никого там нету. Это какая-то шахта не очень понятная. А, ладно. Или он все-таки плавает там. Да, нет, никого тут нету. Ладно, короче, не буду я опять туда прокапываться. Давайте вот сюда пойдем. Вот там, да, есть кто-то. Вот он, отлично. Ну. Вот. Ух. Вот. Лайрон уже эволюционирует. Отлично, ребята. Отлично. Вот он. Офигеть. Офигеть, прокачали мы его уже наконец-то, вот он. Так, ребята, сейчас идем мы домой, выкладываем этого покемона, ну, чуть-чуть позже, не сейчас, но, в принципе, выкладываем его, доделаем себе ультраболы, которые мы начали делать, да? И идем мы, ребята, на охоту за покемонами, да. Так, тут у нас... Идем, идем, идем. Сейчас давайте вылечим покемонов. И в принципе, ребята, давайте на этом закончим. В следующем эпизоде мы сделаем себе ультраболы и начнем охотиться на покемонов. На всех, будем всех ловить, да. Все, ребята, давайте на этом закончим этот эпизод. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.